Подготовка к пожароопасному периоду подходит к концу. Уже завершена работа по созданию минерализованных полос. Их проложили на 325 километров больше, чем запланировано. Плановые контролируемые отжиги проведены в 18 районах на площади почти 57 тысяч гектаров. Продолжается опашка населенных пунктов. В целом ситуация с лесными пожарами стабильная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возгорание меньше в 4 раза. Такие цифры назвали на заседании оперативного штаба. Сейчас завершаются работы и по установке видеокамер на вышках сотовой связи. 50 видеокамер будут покрывать 80% южных районов. Южных районов Тюменской области. Радиус этой камеры 30 километров, видимость 25-30 километров в хорошую погоду. И потому это ускорит и реагирование всех сил и средств, и повысит эффективность, я надеюсь.